Всем привет, с вами Ефимов Евгений. Сегодня 14 августа. Какая-то там тренировка нашего марафона, вроде как шестая. И начнем сразу же с сета для опытных атлетов. И первый сет следующий. Делаем передний виз на максимум. Как только подержали, делаем L-подтягивание в 8 повторений. И после добиваем подъемами до виса, также 8 повторений. Следующий сет – это отжимания в закрытом горизонте. Набираем 20 повторений. Все эти упражнения стараемся делать максимально качественно и чисто. Это будет ключ вашего прогресса. Далее базовый блок. Делаем отжимания на брусьях 5 повторений, подтягивания 5 повторений, а также 5 подъемов ног до турника. И набираем 4 круга вот такой круговой тренировки. Теперь приступим к тренировке начинающего атлета. Первое упражнение на сегодня – это отжимание на брусьях. Один подход на максимум. Второй сет – это отжимание также на брусьях. 4 подхода, 50% от вашего максимума. Допустим, в первом подходе вы сделали 10 раз, поэтому во втором подходе делаем. Во втором сете делаем 4 подхода по 5 раз. Третий сет на сегодня – это отжимание плюс приседания, дойти лесенкой до 10 и назад. Делаем одно отжимание. Одно приседание. Во втором сете уже 2 отжимания, 2 приседания. И так дойти до 10 и вниз. И последний на сегодня сет – это статика на подтягивание плюс пресс. Показываю верхним хватом на низкой перекладине. Висим на максимум. Как только устали, то есть не более 30 секунд висим, делаем подъемы ног, уже прямых, до уголка. Приходилось ноги, конечно, и подгибать, не очень удобно, но набираем 10 таких повторений. Всего нужно сделать 4 подхода с отдыхом 2-3 минуты между сетом. Всем спасибо за просмотр, с вами был Ефимов Евгений, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И нам осталось выполнить всего одну тренировку, которая будет в пятницу, и будем смотреть, какой прогресс на марафоне. Всем спасибо, всем пока! No time to relax, wanna hit the airways with these tracks. All these other guys claim they're fly, I'll be on the flight, them guys can't catch. Still picking up all